Профилактика на свежем воздухе. Несколько тысяч человек пришли на Михайловскую набережную проверить здоровье. Сдавали анализы, проходили скрининговые ультразвуковые исследования, проверяли зрение, учились оказывать первую медицинскую помощь и, конечно, беседовали с врачами. Наталья Цопина подробнее. Увидели тест-мобиль, не смогли не остановиться. Семейная прогулка началась с профилактического обследования. Живем недалеко. Решили прогуляться, и вот неожиданность такая. Случай такой, проверить себя, здоровье, какие-то вопросы для себя уточнить и разрешить ситуацию. Осмотр, консультация, страхи врач развеял, подозрения снял. Можно дальше гулять спокойно, говорит Андрей Хохлов. Галина Дмитриевна пришла на обследование целенаправленно. Год назад была на такой же акции на Михайловской набережной. У ответственной жительницы Новосибирска 40 лет стажа в медицине. Знает, как важно держать здоровье на контроле. Я считаю, если кто заинтересован в своем здоровье, пожалуйста, здесь можно. Для пожилых людей глюкоза, холестерин, ну вот внутриглазное давление, да, зрение, все здесь есть. Вот здесь щитовидка, это эндокринологи проводят, и сахар там же они смотрят, рекомендации дают. Детям не только развлекательная программа. Почти 100 юных новосибирцев успевают пройти осмотр у офтальмолога. Зрение в норме лишь у половины, треть с близорукостью. У каждого десятого – дальнозоркость. И рекомендация обследоваться дополнительно. У взрослых тоже успевают выявить немало. Некоторые болезни, как осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний, например, коронавируса. На свежем воздухе с пациентами беседуют терапевты, эндокринологи, неврологи, кардиологи, дерматологи. Заключения, конечно, у нас не выдаются, и все проходит в формате информационной услуги. Но в этом-то, наверное, и вообще суть, и главное преимущество данного мероприятия, что вы можете задать любой вопрос и узнать что-то по своему здоровью. И для вас это может стать сигналом пойти дальше. Волонтеры центра СПИД вручают подарки тем, кто правильно отвечает на важные вопросы о вирусе иммунодефицита человека. Предупрежден, вооружен. Медики напоминают, каждый в ответе за свое здоровье. Многое зависит от регулярности профилактических осмотров. От того, следит ли человек за показателями крови, сахара, холестерин, контролирует ли давление, ведет ли здоровый образ жизни. Физическая активность – это основной компонент здорового образа жизни. Этот компонент дает возможность и улучшать тонус сердечно-сосудистой системы, и контролировать артериальное давление, и, собственно, улучшать самочувствие. Это лимфодренаж, это тренировка нашей сердечно-сосудистой системы, в том числе миокарда, сердечной мышцы. 10 тысяч шагов к здоровью смог сделать каждый, кто пришел на Михайловскую набережную. Такой проект планируют повторить на День наукограда Кольцова. А с октября акции вернутся в торговые центры. Наталья Цопина, Евгений Агеев, Новости ОТС.